А, о, видишь, все-таки созрело, да? Да. Вот я одного понять не могу, откуда люди черпают такую информацию. Пятилетний контракт, я думаю, что это... А что значит пятилетний? У меня нет контракта никакого. У меня нет. У нас пятилетний контракт только у генерального прокурора. Только у генерального прокурора. Он назначается Советом Федерации на 5 лет по представлению президента. 5 лет у Юрия Яковлевича истекли в прошлом году. Ему Совет Федерации продлил новый срок полномочий. Прокуроры субъектов федерации назначаются на должность и могут... У нас есть примеры, когда люди работают и 15, и 20 лет в одном субъекте федерации прокурорами. Вот. Вопросов нет. У нас он, Николай Андреевич, Алексей Андреевич в Новомосковске 26 лет был прокурором города Новомосковска. Нет такого правила. Есть правила ротации, которые сегодня установили. В прокуратуре всегда придерживались, ну, максимально 10 лет на одном месте. Да, старались переместиться. Но, к сожалению, это же проблемы и с жильем, и многие другие издержки. Поэтому в масштабах всей страны, когда это все происходит, это для государства очень тяжело. А тем более, во всех ли случаях нужно прокурора менять? Ротация-то она для чего предусмотрена? Чтобы не было коррупционных связей. Человек обрастает связями там, да? Вот ваш покорный слуга 16 лет в Тульской области, уже 17-й год. Кто-нибудь ушел у нас от ответственности? Даже если брать высших должностных лиц. Ни один. И ко всем мы имеем отношение. Очень непосредственно. Поэтому я никуда не собираюсь, у меня такой информации нет. А поскольку я ношу погоны, если руководство страны или Генеральная прокуратура посчитает нужным меня использовать на другом направлении, и я не смогу от этого отказаться, то, наверное, я буду исполнять указания и приказы. Но пока таких предпосылок нет. Поэтому успокойтесь. Я знаю, что я кость в горле многим, и многие очень хотели бы, чтобы я уехал. Но я не собираюсь.